Вы наверняка знакомы с примерами из природы, которые иллюстрируют, что большинство задает вектор, направление или траекторию движения и развития. Стайное поведение рыб. Многие виды рыб живут в стаях, где они следуют за большинством. Это позволяет им защищаться от хищников и находить пищу. Те, кто отобьется от стаи, рискуют своей жизнью. Миграция птиц. Миграция – это сезонное перемещение птиц на большие расстояния. Однако птицы также ориентируются на своих сородичей, летящих впереди. Стаи летят за теми, кто уже знает маршрут. И если птица решит лететь своим путем, то гибель ее неминуема. Эволюция видов. Эволюция – это процесс, который происходит на протяжении многих поколений. Виды адаптируются к окружающей среде, чтобы выжить и размножаться. Если большинство особей вида имеет определенные признаки, которые помогают им выжить, эти признаки передаваются потомству. Со временем вид может измениться до неузнаваемости. Но никогда еще за всю историю меньшинство или альбиносы не задавали тренд эволюционного пути. К чему такое вступление? Ситуация с игрой Конкорд наконец-то приводит к тому, что не такое меньшинство перестают слушать. И недовольство не такусик больше не важно, так как оно приносит, точнее не приносит, дохода. И ни в коем случае я не против индивидуальности, но уникальные представители вида, даже если это сумасшедшие гении, не должны определять, что нужно большинству. Это должно решать то самое само большинство. Ну и уж точно не сообщество боевых вертолетов. Натужная повестка дала трещину, и такого еще не было со времен Киберпанка 2077. Но если Sony приняла решение отозвать игру и вернуть деньги из-за технических проблем в случае с Киберпанк 2077, и то это было не сразу, то здесь же недовольство аудитории не было связано с проблемами характера техники, как у релиза Киберпанка. Это было просто недовольство качеством игры с точки зрения визуала и геймплея. Нетакуси все еще считает, что сделали уникальную игру, прорыв на тех условиях, в которых они были, заявляя об этом в Твиттере. Но нам всем просто все равно. Точно так же, как стаи птиц, неважно судьба товарища, решившего отбиться от стаи. Большинство сделало выбор, и корпорации начали понимать, что свои идеи нужно по капле заносить в продукты широкого потребления, а не пытаться сделать ширпотреб из своих идей. Поэтому рекорды онлайна бьют такие игры, как Black Myth Wukong и Deadlock. Я рад такому развитию, что это заканчивается. И нас перестанут пытаться накормить этим продуктом. А если не перестанут предпринимать попытки, то я рад, что у нас все еще есть на что переключиться. Инди. Ремейки старых игр, пусть и с небольшими переделками, ведь все-таки в детской игре полураздетые девушки – это, наверное, перебор. Новые игры, которые идут с Востока, и ближе они все-таки к нашим ценностям, чем идеи с Запада. Ну и независимые руководители вроде Габена радуют нас тоже, хоть и не так часто, как нам того хотелось бы. А мне хочется пожелать вам приятных игр, фильмов и других развлечений, которые будут откликаться в сердцах и умах большинства. Ведь именно мы задаем тренд и развитие нашего всего. И еще никогда не было следования за нетакуси. Почему весь этот пассаж? Да все к тому же, наконец-то нормальные игры стали побеждать. Все эти нетакуси, вся эта повестка начинает уходить, и такие игры, как Deadlock и Black Myth Wukong, то есть игры, которые действительно являются игры, как в старые добрые времена, наконец-то становятся гораздо популярнее, всего этого говна я бы вряд ли сказал, потому что это говно и все равно не было популярным. Наконец-то все эти корпорации понимают, что повестку все-таки не продавить таким толстым слоем, и все равно придется делать игры. А если они этого делать не захотят, то такие компании, как Габен, займут их нишу, и они попросту обанкротятся.